Изменения в тарифах. В Армавире плата за вывоз мусора станет обязательной. Памяти Краснова. В Армавире прошли краевые соревнования по греко-римской борьбе. Смотрите программу «Новости Армавир» по будням в 19:00, повтор в 6 утра, в 6:30 и 12:30. А также в любое время на сайте городармавир.ру и в аккаунте «Город Армавир» в Инстаграме.